Казанский федеральный начинает плодотворное развитие иберо-американистики. Отметим, что данным термином принято обозначать те части мира, которые объединяют испанские и португалоязычные государства Европы и Латинской Америки. В связи с этим ректор КФУ и временно исполняющий обязанности директора Института Латинской Америки Российской Академии Наук Виолетта Тайер подписали соглашение о сотрудничестве. 5 апреля 2017 года в Казанском федеральном университете. Начиная встречу, Ильшат Гафуров рассказал о том, что представляет собой Казанский университет сегодня. Доклад ректора о стратегии университета способен снять многие вопросы о том, как будет развиваться совместная работа. Ведь все сказанное прекрасно подтверждают уже подписанные соглашения о сотрудничестве с исследователями из Дубны, Японского исследовательского института Рикен, и таких примеров еще множество. Значит, мы имеем возможность работать в Рикене во всех лабораториях, при этом без оплаты. Более того, они наши студенты, аспиранты. Подписанное соглашение предполагает развитие совместных проектов. Одно из первых действий – это открытие базовой кафедры в стенах КФУ. Тем более, что сам регион стран Латинской Америки интересен не только с гуманитарной точки зрения. Адель Шамилова, Владислав Михневский, Универньюз.